Армения должна признать нашу территориальную целостность. Она до сих пор подсознательно мечтает о нашей территории. У нас оттянули дальше границы территории, не успокаивается. Ереван это не армянская территория. Многие, большая часть территории Армении это не армянская. Поэтому они должны прекратить эту логику. Они должны признать нашу территориальную целостность и закрыть, и баста. На этом должно быть заключить конец. А победа, которую мы добились, она полная, окончательная или как вы считаете? Я думаю, в основном да. Ну, например, мы же не можем поехать. Азербайджан после этого никогда не проиграет Армении. Никак и никогда. Азербайджан будет крепнуть. И если армяне будут с ума сходить, они получат железный кулак по башке прямо в самом Ереване. А вот тем не менее, пока что мы не можем поехать в Ханкенды, Хожалы. Почему не можем? А кто поедет туда? Как можно поехать туда? Это наша территория, как мы можем поехать? А кто-то поехал туда-нибудь? Не, ну просто сейчас там передислокация армян идет. Ну, со временем успокоится, что? Это наша территория. Ну, де-факто это наша территория, или де-юре это наша территория. Это де-юре наша территория. Но не де-факто. И де-факто тоже. Ну, на этих территориях не работает манат, скажем так, хотя бы. Это нарушение нашей конституции. Надо ситуацию понимать. Почему там миротворцы? Чтобы эти стороны не друг друга не стреляли. Поэтому мы не можем туда поехать, потому что они будут стрелять. Мы и со временем мы там свой порядок, свой миропорядок определим. После этого мы будем спокойно ездить. Это наша страна, это наша территория, это наш город. Может, все-таки нам не следовало остановиться и... Надо считаться с геополитикой. Геополитика так требует, и мы подчиняемся геополитике. То есть выше головы не прыгнешь? Не, ну, есть хорошее слово. Тише едешь, дальше будешь. Рывками нельзя заниматься. Тихо-тихо. Я думаю, что еще со временем мы еще в Ереван поедем. Если нужно будет, мы еще в Ереване будем порядок устанавливать. Дай Бог. А вот говорят, что миротворцы, они уйдут в оговоренные сроки? Или что-то придумают, чтобы остаться? К этому моменту армяне успокоятся, откажутся от своего реваншизма и признают территорию территориальную целостность. Потом армяне сами будут нас умолять, что, пожалуйста, давайте дружить. Помните, да, кот, сказку про кота Леопольда? Да. Вот это будет вот именно, как кот Леопольда, они, мышки будут умолять нас. А этого Пашиняна почему не могут свалиться? Россия против него, например. И тем не менее, не, устраивают... Его, Россия не против него. Он просто с ума сходит иногда, показывает язык России. Но Россия понимает, что кроме Пашиняна никто сейчас современной Арменией управлять не сможет. Ну, он же хочет посадить туда Качаряна или своих старых. А нет, фашисты. Это фашисты. Это фашисты для нас, они, ну, для Москвы это хорошие. Армяне сами не хотят их. Они фашисты и живут. А они, значит, за Пашиняна. Да. Ну вот это я хотел услышать от вас. Я знаю, что... Они понимают, что Качарян и Саркисян, они фашисты и животные. Они ограбили армянский народ. Они поиграют над душами армян. Все армяне это понимают. Понимают. И я хочу скажу, Пашинян, в принципе... Карабах избавился от карабахского синдрома. Слышите меня? Карабахский синдром висел над душой.
как Дамоклов меч. Не мог развиваться Армения, не мог управляться Арменией. Он избавился, он хочет создать новую Армению. И он это сможет, я думаю, сделать. Пашинян? Да. Опираясь на Запад, на Европу. Какая разница, на кого будет опираться? Это не имеет значения. Но главное отличие его от других руководит то, что он главным образом ориентируется на Запад. Он ориентируется и на Запад, и на Россию, и на Турцию. То есть как балансирует, как и Азербайджан. Да, да. И тем не менее, зачем нам Зенгезур пока что, если мы не можем решить полностью вопрос Ханькенде, Хожалы? Не, мы, Зенгезур для нас обменная карта. Если мы даем Лачинский коридор, чтобы армяне могли беспрекословно проезжать в Ханькенде, почему мы не должны проезжать через Армению, Нахчивань, Турцию? Это транзитная дорога. Почему? Никто не имеет права у нас это право отнимать. Если сказать, что коммуникационные линии должны быть открыты. Да? А вот наш коммуникационный линий. Все-таки вот тут оппозиция страны недовольна деятельностью миротворцев. Например, там строят церкви Карабаха. Открывают памятники. Церкви Карабаха? Это исчерпанный вопрос. Это не армянские церкви. Новые церкви они открывают. Ну, церкви. Ну, пускай приезжают, молятся, умоляют Бога, чтобы Бог их простил их за их грешное поведение. Говорят, что там 7-8 тысяч российских миротворцев, а не 1860 человек, как было обговорено. Потерпи, родной. Я думаю, что все тихо-тихо наладится. Руководство Азербайджана четко знает свою линию поведения, дружит с Турцией, Турция рядом с нами. Многие государства признают нашу территориальную целостность. И на этом, конечно, мы тихо-тихо, 10-миллионный азербайджанский народ восстановит свой суверенитет полностью. Иншаллах.